Сейчас будем купать Аполлоху. Покажу вам. Да и Аполлон на себя посмотрит, когда вырастет. Его процедуры купательные. Специальную штуку поставили, чтобы он не боялся. Воду включаем, чтобы он не кричал. А Даула нам показывала прям в ванне сразу купать. Надо набирать ее полную купать. Полная ванна. Ну, решили так, пока нет, чтобы маленькой. Что такое? Мы тут пописали, мама уже. Да. Андрей, ты нас смущаешь что-то, скажи. Чего я смущаю? Ну, ножки не дает разжать. Давай ручку сюда. Давай сюда ручку, мальчик наш хороший. Давай. Давай сюда вот, вот так вот помоем, под мышечкой. Только не надо, а то сейчас поцарапаешь себя. Завтра надо ноготочки подстричь. Маленький царь. Да, вот так вот. Вот так. Прячем ручку, чтобы ты не боялся. Все, все, все. Он подсползает. Сейчас чутка приподнять. Кому же надо. Не бойся, ты еще не бойся. Нет. Ты еще дружку прячешь. Кто-то еще раз как будто орать, когда будем вытаскивать его из ванны. Не будет он орать. Он сегодня будет вести себя хорошо. Сейчас за вас перечистим. Да там он личико. Вот так потихонечку. Не бойся. Давай голову помоем. Так, да, ты уже знаешь, да? Последняя стадия купания. Надо помыть голову. Такой будешь чистенький. Вот так. Да, чистенький будешь. Чистенький. Скоро стричься будем. Еще не скоро. Нам еще месяца нет. Вот так, вот так, зайка. Все, не буду больше тебя мучить. Вот так. А ручку надо вот сюда. Вот так, вот так, вот так. Ну что, еще будем купаться, либо мы вылазим. Он уже засыпает, он спать хочет. Сейчас он сначала покушает. Давай так спиночку. Там как потить. А, понятно. Он уже знает, что сейчас. Да, ладно. Я не буду за спинку. Все, не буду. Мама, давай тогда нам полотенчик. Маленькая мартышка опять не спит. И приходится нам укачивать под шум воды. Такой вот лайфхак. Включаете воду. Ребенок не плачет. Да. Только вопрос, сколько уйдет воды. В телефоне, в котором музыка, там шум прибоя, шум воды, это не помогает. Он это быстро раскусывает. Нужны настоящие натуральные эмоции, да? Угу. Живая вода. Шум моря, доминиканский песочек. Прочесон, конечно, вообще. Ну что ж ты не засыпаешь-то, а? Вот так, давай. Давай.
потягушечки. Давай, так вот так. Давай, пальчики. Ой, давай. Опять. Ой. Вот так. И тогда было две руки сразу. Давай спиночку, давай спиночку, давай вот так вот спиночку. Давай рученьки, вот такие, давай вот так, вот так. Аполлон, как он лежит в коконе. Уже даже щекотку боится. Классно, кстати, вешает кокон, ребенок сразу успокаивается. Можно ему ногти постригать. Да, Аполлон, нравится тебе штучка такая? А до скольки можно в этом коконе? До полугода? Три месяца. Три месяца, да? Единственная дорогая эта штука. Сколько она стоит, Катя? 6 тысяч. 6. Ну, зато очень классная. Эти 3 месяца вас избавят от плача ребенка. Да, Аполлоха. Кайфуем. Тут вон специальные штуки, которые его фиксируют, чтобы он никуда там не перекатился. Есть еще и валик под ногами, который тоже регулируется лево-вправо в зависимости от роста ребенка. Да, Кать?